Александр Кондратьев специальным валиком наносит на внутреннюю поверхность ладони черные чернила. Снятие отпечатков пальцев – один из важных видов исследований, который проводится в экспертно-криминалистическом отделе окружного управления МВД. В этом году исполняется 104 года с момента основания этого подразделения в России. Праздник Александр встретит на работе в кругу коллег. Я пришел в эту службу 19 лет назад, будучи студентом. Я закончил среднеспециальную школу милиции. Соответственно, после этого не было никакого распределения. Просто пришел в данное наше управление и здесь непосредственно начал заниматься именно экспертно-криминалистической службой. Так сказать, мне в тот момент очень понравился данный вид деятельности. И, соответственно, вот 19 лет уже этим занимаюсь. В отделе 13 экспертов. Именно они одними из первых появляются на месте происшествия, и без них невозможно расследование. Сбор информации, фиксация доказательств и дальнейшие их исследования в стенах управления – главные задачи, которые стоят перед этими специалистами. Также, соответственно, мы занимаемся дактилоскопическими исследованиями. Также на месте происшествия мы изымаем следы папиллярных узоров рук преступников и вообще каких бы ни было лиц. Потом мы их проверяем по имеющимся у нас базам. Также мы проводим идентификационные исследования данных следов, сравниваем их с теми лицами, которым нам предоставляет следствие для сравнения. Каждый день специалисты экспертно-криминалистического отдела стоят на страже порядка. Их исследования помогают выявлять причинно-следственные связи в совершении преступлений. А все для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».